Откуда мы идем? До Драги. Вот нам надо дойти до Драги. А что, далеко, что ли? Смотри, какая вода. Смотри, какая вода. Представляешь, как мне плавать здорово. Она холодная. Сейчас уже холодная. А я думаю, летом она теплая была, сверху прогревалась. Какая зеленая, такая глубоко, чистая. Нет, тут сразу глубоко, да. Вон, смотри, какой брыз. Брызгистый берег. Раз и сразу глубоко. Ну, это же только так. Купнулся, вылез. Ну, выходить неудобно. Почему? Тут все удобно. Не, ну там где мелко, да? Ну, хорошо. Ну, пошли. Пошли. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, надо было бюллетен купануть. Вот у нее трафик, мостик, они туда сидят, это интересно. Вот Мишу надо было взять, он все очень сильно хочет снять работу вот этих механизмов. Город Драги. Ну что, не то он спит уже. Вот в следующий раз надо договориться, когда вот на следующее воскресенье будет сюда поездка, чтобы он взял камеру, а вот это вот 130-ка, слышишь, заводится. А это Танюха. Будет 130. Это у него стартер. А это вот экскаватор ЭША какой-нибудь 370. Шагающий. Шагающий экскаватор, делает крышу для Драги. Убирает эту землю, выкапывает ее. Знаете, Драга сюда будет идти, в сторону, конечно, экскаватора. Что-то он завестись не может. Mm-hmm. Это у него пускать. Он бензиновый. Вон народ ходит, они сейчас экскаватора. Где? Вокруг экскаватора? Нет, вон здесь. Я смотрю, там мостик тоже лежит через ручеек, он переходит. Да? Просто я думаю, в следующий раз надо будет по той стороне идти и там переплывать. Ну ладно, сейчас пойдем здесь, да? Сейчас я это сниму чуть-чуть, ну, давай. Интересно. Смотри, какие дрова или что-то. А, это у него цепь. Четко-то. А он еще гудит, да? Как не, этот. Не, вон смотри, Танюха понаблюдала, как Драга поворачивается. Ну. Смотри, она сейчас черпаками сюда. Ой, смотри. Да? Смотри, интересно, поворачивается. Сейчас трафик на повернуть, наверное, сюда. Все поворачивается. Да, вот так вот интересно постоять, тут часа два можно. Часа два. Вот Драга вытерпывает землю. Песочек золотоносный, и тебе туда засыпает, загребает. Работала в одном месте, потом повернулась. Вон там рубка у них, рубка. Рубка, ага, он там сидит, а наблюдает, там классно так. Угу. А я в том году была. Драга повернулась, спустила трап на отвал. Сейчас по трапу сойдут люди на берег, или наоборот, с берега на Драгу придут. И пойдут за нами, за ягоды. Пойдут за ягоды. А внутри Драги снимать нельзя? Да не, нельзя там. Да сейчас-то, наверное, уже все можно.
Да, специальное разрешение. Тут местные сейчас эти руководители не дадут, если... Меня надо снимать, как она качается уже, вот, а то у нас чахнет. Лена, давай! Видишь, с одного раза накачала. Уметь надо. Вот такие легкие у настоящих лыжников. Подушка одним махом накачивает. А это Паша, который Паша качает ногу. Снимай, смотри, как он медленно качает. Снимай ногу. Медленно, давай. Медленно, да. Дуется. Да, быстро. Процесс называется лодку на воду. Лодку на воду. Лодку на воду. Лена, иди грузиться. Иду грузиться. С ведрами грузимся. И уголками. Процесс называется загрузки в лодку. Загрузка человека и этих. И вещичек. Так. Так, ноги в палатке. Ноги обязательно споласкивать надо. Всякого. Вчера нельзя. Сына не было. Нельзя, вчера покажу. Куда ноги будешь спасать? Я туда. Куда? Сюда? Ну. Ко мне или сюда? Наоборот. А ты сюда подушку положи. Да. Вчера нельзя. Вчера... Вон, смотри, твоя. Ты плыви, вон, Танюха, там. Ты плыви, плыви по речке. Мы поплыли. Мы поплыли, пока. Все, уплывают. Борется с течением. Молодец, Чара, молодец. Рекрут дышит. На берег. Молодец. Ухо не надо. Молодец, Чара, молодец. Молодец. Вот, молодец, какая переплыла. Молодец. Тяну я кораблик по быстрой реке. И скачут лягушки за мной по пятам. И просят меня, прокати, капитан. Паша, капитан. Ага. Есть на него. Да, пожалуй. Мама пьет водичку. Вода вкусная. Лекарственная, минерализованная. Вкусная. Обалденная, да? Вылезли! Вылезли. Ой, берег. Пошли за Пашей прятать лодку. По тропинке идем лодку прятать. Вон меня собирать. Надо тете сказать. Да, тетя будет ругаться. Голубика. Голубика, вот, пожалуйста. 10 сентября еще какая хорошая. Красивый, да это не меня, ягоду снимать, смотри, какая ягода. Снимай вот процесс сбора, она вот сама прямо отпадает. Светочек. Видишь, какая крупная плана. О, идем! Thank you.
Прекрасная возможность увидеть технологический процесс. Сверху, что ли, что? Комбайн Лена на сборе брусники. Двумя руками. Как это не прав? Процесс осуществляется так. Встаешь на колени. Значит так, демонстрирую. Сейчас подойду поближе. Ведро между ног. Там встаешь на колени. Начинаешь двумя руками собирать ягоду. Вот ее сюда накидаешь. На ягоду тут уже мало. Ты. Надо место хорошее. Вот, вот ягода. Вот Лена. Как, что ты говоришь, не прав? Все, я прав. Ну, двумя руками, мне нечего тут собирать, подожди. Mm-hmm. Надо ягоду. Драга Лена. И 180-я драга. Mm-hmm. Все в одном кадре. Вот так вот, что, двумя, есть? Двумя руками, вот так вот. И кидаешь, сюда и кидаешь. Берешь ее и двумя руками сюда кидаешь. Ну как шустро-то. Тут оборвал, там оборвал. Надо когда, найти густое когда место. Руками... Вот, Лен, смотри, какие кустики. Сейчас, погоди, дай я его наеду. Забирай. Значит, когда рукой срываешь, а глазом в это время смотришь в сторону. Смотришь на другой. Смотришь на другой кустик. И вот пока руки кидают ягоду, ты в это время, значит, уже успеваешь себе присмотреть новый кустик. Потоптан. Да, потоптан. А, находили, собирали, видно, вон тут следы есть. Плавные вешки. Тань! Она, кажется, знает, что приходит ко мне. Угу. Что? А у меня вон... Ой, нет, а. Мое... Да ладно, я их уже открытые тоже сниму. Во, видишь, как хорошо тут. За 5 минут буквально костер готов. Сейчас чай. А. Тетя пролетела нынче. Тетя пролетела, ну видишь, что мы-то как пришли, с ягоду собирали. Вот костер, ну сколько мы сейчас, 15 минут и будем, побежим. Ну тетя бы, конечно, она сделала как Танюха. Она бы залезла на сопку, ушла в сланники, поспала там. Я в лесу спала. А Танюха, знаешь, какую хорошую ягоду нашла? Говорит, крупнючая, она вон за 1.5 часа ведро насобирала. Паш, представляешь, а мы лазим хитрая с тобой по оборванной ягоде. Хитрая, Таню. Танюха, следи, чтобы банка не кувыркнулась. Шашлычник. Танюха. Жарим. Да, можешь есть, начинай. Ну могу, я вот своим жарю. А Лена классно ела с палочки. Палочку что-то напуси. Напуси. Могу, у меня ответственное дело, вон я, Паша. Ага. Да укуси, Паша, могу, тебя засни. Я жарю, вон. Во. Надо жарить. Сяй. Блин, уже банка ржаветь начала. Они быстро ржавеют. А, палочка. Сосиска на палочке. Шашлик. Вкусный шашлик. С дымком. С дымком, да. Чуть-чуть подгорело. Сяй. Где сяй? Пей чай. Сяй. Вот так вот, красотища. Чай какой вкусный. Ага, и вокруг сопки стоят. Не, из-за варты достали. Только, правда, вот экскаватор там шумит. Шумит, ага, Во. Лена, иди в кадр, встань, постой чуть-чуть. Покачай лодку, Макс. Там моржет, кстати говоря.
Любимая это, любимый кадр, Лен, на фоне Марджота все. Да. Хорошо качаешь. Давай, трудись. Ты не трудись, я твой. Нормально отзывается. Нет. Все очень хорошо. Ничего так, сейчас следующую будем. В эту половину. На веслами сними, на веслах. Пата, видишь, как веслами управляется ловко. Вот видно, что он там рыбит, такой что-то манипулирует, да? Видно, вот весло видно. Вот весло видно. А вот Паша, да? Вот коряга. А вот коряга. Сейчас мы мимо нее попробуем поплыть. Если повезет. Сколько времени? Что время? 15 минут, 8. Плывем. Какая красота. Моет берег тут этот. Экскаватор стоит. Сухая. Вот, сними веточки, видишь, в воде. Танюха, вот она проплывает. Что блин, такая сухая. Вот так они ага. По воде. Тинь-тинь, близко. Близко по воде веточки. Классный такой, освещение на него сейчас да. Четко будет. Если, если ты меня повернешь туда. Вот о. Тебе все время повернут туда. О, так красиво. Вот сейчас берелёк, похоже, по руслу отводы течет. Так это смотри. Да, это вот тот русло вот отвод-то. Вот он по тому руслу отводу, который мы но. Взрывали, он отвечает, ну. Ну, тут видно. Там вон, да, вон протока же старинная, угу. Которая соседняя. А то тоже новое русло. Блин, тут настоящих русел-то и не осталось. Залесённые очень сильно. И по ней, ну, зайцы хорошо как раз вот по старым протокам, там, где кущери, вот они там лазят. Вот, кстати говоря, тут это, какой-то парень, мы в классе 8 учились, напились они пьяные, куда-то сюда пришли, и он себе руки, ноги, пальцы поотморозил. Угу. Сильно много танец не снимает. Скрипчук. Четкий, да? Ага. Получается здорово. Вот так вот сейчас во всех горах тех, вот так же как. Да, красиво. Представляете, ага. Кайф там какой. Обалденно. Да. А вот здесь вообще вот это вот место, здесь вся сопка была, был тут это. Лесок же. Вот такой же вот, как вот тут вот. Повдоль всей сопки, вот до, ту, до, до тех вот скал, где пацаны разбились. Ну. Видишь, уже прижим тут. О, Паша Таня учит грести. А, плывут, плывут. Плывут. И давай, и надо, давай, гряди, налегай, налегай, налегай. Не, не быстро, а воду опустила, опа, гряди. Воду опустила, опа. Давай. Вазьяк, давай, давай. Разворачивайся, если не будет. Thank you.
ладно, все, можно завязывать, возить вас. Будет она нас теперь возить. Ну. Да, точно. Напился и... Танюха, давай уже к берегу, я замерзла. А то сейчас без нас в Сусуман уедут. Тетя будет сердиться. Не утони, Паша. Утони, утони. Чистая водичка, сейчас не водочка. Там, давай. Все. Только ну. Я не наплавала. Ну? Мало. Ярик, ты что тут испалил? Это дело такое, занятие классное. Классное, да. Завлекательное. Что, снимала, что ли, все? Ну, конечно, ваш. Зачем? Процесс, ну так. Ну, так, иди. Ну, я не знаю, что ты